21 ноября по инициативе Союза молодежи Донбасса в Донецкой академии транспорта состоялся конкурс и видеоквест, приуроченный ко Дню логиста. Этот праздник не имеет точной даты. В ДНР его отметили по инициативе молодежного крыла общественного движения «Свободный Донбасс», а также студентов и преподавателей ДАТ. Мероприятие было по инициативе Союза молодежи Донбасса и по инициативе студентов и преподавателей ДАТ. Оно показало большой интерес всех студентов. Также к нам будут две команды присоединились. Это Национальный университет, ну и именно ДАТ. В конце будет выбрано первое и второе место. Проходить будет в виде фото квестов, фотовыставок, будут ребята показывать видео, как они видят свою дальнейшую будущую профессию. Вот эта специальность, она на сегодня является очень востребованной. Почему? Потому что логист – это тот специалист, который при минимальных затратах любого предприятия, занимающегося, в том числе и перевозками, в общем-то, дает возможность этому предприятию получить максимальное сокращение расходов на всю цепочку, начиная от поставщика и заканчивая потребителем. На сегодня логисты очень востребованы, и, в общем-то, в сетке востребованных профессий, они в рейтинге в этом, они находятся на первых позициях. Участники межвузовского конкурса «Я логист» были награждены почетными грамотами и памятными сувенирами. Особых почестей был удостоен активный участник подготовки конкурса, студент магистратуры ДАТ Руслан Герасименко. Целью проведения Дня логиста в Донецкой академии транспорта является раскрытие у молодежи их управленческого и творческого потенциала, а также проверка уровня адаптации в различных ситуациях. Алина Черняева, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.